Тверской области продолжается реализация проекта «Доступное зрение». С августа по октябрь сотни пожилых людей в Твери, Калининском и Балаговском муниципальных округах стали обладателями очков. Проект проводится по инициативе и при поддержке Игоря Рудени и Владимира Васильева. В 2022 году было выдано 717 очков одиноко проживающим пенсионерам. Сначала офтальмологи областной клинической больницы и Тверской оптики обследовали старшее поколение, затем волонтеры приобретали и вручали очки ветеранам. В Михайловском сельском поселении очередной прием. Обследовано более 30 человек, не имеющих возможность приобрести очки. Это не только старшие поколения, но и инвалиды и беженцы из ЛНР. Я из Мариуполя. Я из Луганской области. Хотим выразить огромную благодарность людям, которые помогли нам. Организаторам этого проекта. Мы обследовали зрение, нам выдадут очки. Спасибо большое, что вы не оставляете нас в такое тяжелое время. Спасибо огромное, помогли, да, и пожилые люди у нас, и молодые, как бы потеряли зрение, нам помогли. Вот, благодарим, очень приятно. Спасибо. Спасибо большое.